Приветствуем всех на нашем канале. Кировский район Ленинградской области. И вот мы по дороге вдоль Невы, старое шоссе, неподалеку от города Кировска и поселка Павлова на Неве Ленинградской области. Здесь в Неву впадает речка Мойка, а в чистом поле выстроено несколько деревянных церквушек. Очень живописное место. Ширина Невы здесь 300-400 метров. Поселок Павлово возник в конце 19-го – начале 20 века при карьерах и кирпичном производстве. Здесь находится завод силикатного кирпича, основное предприятие поселка. Церковь Сергея Радонежского, 2010 год. Это деревянный храм единоверческой общины, единственный в Ленинградской области. Сооружен в 2006 году, богослужение начато в 2010 году. Постройка имеет оригинальный облик. Это строгий храм без вычурных декоративных элементов. Когда-то в этих краях была каменная Тихвинская церковь. Она стояла прямо на высоком берегу Невы и радовала глаз проходящих мимо путников вплоть до Октябрьской революции. Новая власть решительно избавлялась от опиума для народа, и в стенах церкви был размещен кабак. Потом здесь была школа, а потом началась Великая Отечественная война, которая превратила оскверненную церковь в руины. Теперь на месте, где некогда стоял храм, установлен поклонный крест. Возрождение единоверческого православного прихода началось сразу после развала Советского Союза. В 1991 году местная администрация выделила участок земли в 1 гектар под строительство церковного комплекса. Он находится буквально в 200 метрах от разрушенной церкви в селе Павлово на Неве. Строить церковь непосредственно на берегу Невы общине не разрешили из-за опасности оползня. Так в 1991 году в чистом поле началось строительство первого сооружения – деревянной часовни Тихвинской иконы Божьей Матери. Еще через 6 лет был построен храм преподобного Сергия Радонежского и еще один храм, который находится на территории общины, это церковь-усыпальница священномучеников единоверцев Симона Охтинского и Андрея Уфимского. Киносъемка написана, что запрещена на территории. Мы не стали там долго задерживаться, фотографировать. Вот идем посмотреть часовенка при кладбище.